Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Костя, число у нас? 22 апреля. Вот у меня черный инкубатор есть. Самая оптимальная модель инкубатора. 20 яиц где-то сныканы были. Из них 13 этих самых цыплят. Самый лучший инкубатор. Так причем яйца, она вставала, лазила, яйца холодные были, уже думал все. Тыдыщ. И вот она уже привела с этими. Илюха, так сыпь. А, не, им даже сыпать не надо. Им даже корма не надо. Хотя можешь чуть-чуть. Ни стартовых кормов не надо, ничего. Она их сама червяками, как сейчас накормит, жуками. Короче, дубль у нас ночью. Минус 5. Практически каждую ночь. И она самостоятельно, не в сарае даже. Где она заныкалась? В соломе нычку сделала себе гнездо. И вот на тебе. Цена уже профессиональный инкубатор. 80-й уровень, да? Ни лампу не надо греть, нигде ничего. Дурачков навелась. А у меня вот эти доминанты такие придурочные. Если хотите, чтобы у вас нормально куры сами плодились для яйца, для себя. Никаких доминант, никаких пород. Тупо, как она называется? Обычная колхозная. Яйцо, собранное по дворам, да. Проинкубированное. И вот эта вот гадость сама садится на яйца, сама выводит. Настолько хорошо все просто. Никакого головняка. Сейчас им трошки кормов стартовых. Хотя она, наверное, и без них обошлась. Он пошла к себе домой. А ты на ночь закрываешь, да, чтобы ее не покусали. Ладно. Вот так вот. Везде этот самый карантин. А эти как их? А звери не знают, и вон пополнение. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. С ней все должны плодиться и размножаться. Всего доброго.